Встречайте Новый год без налоговых долгов. С таким посланием обратились сотрудники межрайона ФНС России номер 12 по Тверской области к жителям региона. Ведомство напоминает, что 1 декабря истек срок уплаты налогов с физических лиц за 2020 год, в том числе на недвижимое имущество, земельного и транспортного налогов. Уведомления, где указаны база и ставка налога, направлены гражданам по почте и через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц на сайте ФНС России, а также доступны в мобильном приложении. С 1 декабря сведения о задолженности по имущественным налогам выгружены на портал «Госуслуги». Пользователи сервиса могут оплатить свои долги в онлайн. Добавим, что в случае, если налог не уплачен в установленный срок, то уже со следующего дня гражданин становится должником. На сумму задолженности начисляются пени за каждый день просрочки. Проверить свою задолженность можно на портале госуслуг. Это если у вас есть туда учетная запись, и вы там увидите отражение всей своей задолженности, которая есть. Также можно через личный кабинет налогоплательщика физического лица можно проверить. Но для этого нужно получить логин и пароль в налоговом органе. Обращайтесь, вам здесь с удовольствием помогут. И можно еще проверить через сайт службы судебных приставов. Там тоже отражена вся задолженность, которая находится на исполнении у судебных приставов и взыскивается непосредственно через службу.